Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня я Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня я хотел бы начать небольшой сериал о сеянии жатв. И сегодня хотелось бы поговорить в принципе о том, что такое сеяние. Писание говорит, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Мы с вами очень часто бываем огорченными от того, что наша жизнь либо не имеет плода, либо этот плод достаточно скудный. Мы жалуемся на недостаток финансов, мы жалуемся на недостаток счастья в жизни, любви, понимания, принятия и так далее. И знаете, когда я читал это место Писания, Бог проговорил в мое сердце. Если ты чего-то не имеешь, если что-то отсутствует в твоей жизни, либо этого очень мало, то речь не идет о том, что тебя окружают недостаточно внимательные люди, или ты не в той церкви. Речь идет о том, что, возможно, ты просто не сеял. Наша жизнь – это постоянный круговорот сеяния и жатвы. Если ты не сеешь, то почему ты думаешь, что ты должен пожинать? Я предполагаю, что если ты не сеял, но жнешь, это своего рода либо благодать и благословение от Господа, либо просто воровство. Если вы хотите иметь благословение, если вы хотите быть счастливыми и богатыми, то вам нужно подумать о том, что нужно что-то сеять. Вам нужно начать сеять. Ты должен просто взять то, что есть у тебя, и начать сеять это. Если ты хочешь быть счастливым, делай счастливыми других. Если ты хочешь быть богатыми, помоги стать богатыми и успешными других. Если ты хочешь быть принятым, принимай. Если ты хочешь быть понятым, старайся понять. Если ты хочешь быть любимым, начни любить. И Писание говорит, что кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Если вы хотите много пожать, много сеять, все достаточно просто.